батальон отличался отличной вот, боевой подготовкой, высокой дисциплиной и мужеством. Это мужество он продемонстрировал и в боях на Гуместинском фронте, и при взятии нашей столицы, города Сухум, и при освобождении всей нашей Абхазии. Весь путь, конечно, который прошел армянский батальон в этой войне, он усеян подвигами. Я вообще с самого начала вот, участия вот этого батальона в боях слышал от значит, других командиров и бойцов, что он отличается именно дисциплинированностью, а это залог уже боеспособности хорошей подразделения. Если говорить об общем духе, то он дух был как высок, но нужны были элементарные профессиональные знания, которых не хватало, и которых и сейчас, может, в общем-то, не очень здорово хватает. Поэтому я считал своей задачей, и считаю сейчас, помогать и обучении, направлению людей, и понимать, что война – это сложная и очень серьезная задача. Обычно я не люблю перехваливать, почему? Потому что одно я могу сказать именно для этого батальона. На наших совещаниях этот вопрос я поднимал, не то, что это получилось, что я повторяюсь. Я скажу, что по своей дисциплине, по боевому духу, один из лучших батальонов. Я доволен этим батальоном, очень. Мы, в принципе, как одна семья находимся, все делаем одно общее дело. Как и для них, так и для нас, Абхазия – это наша родина. Я думаю, они не приезжие, и для них даже будет зазорно что-то говорить о том, что вот они кому-то откуда-то приехали защищать просто Абхазию. Они защищают Родину, так же, как и мы, защищаем ее от тех людей, которые пришли и не дают нам жить на своей родной земле. Организованные ребята, очень ответственные. Батальон дисциплинирован, сколько мы вместе находимся, они показали себя, что это надежные ребята. Они должны выполнить задачу. Это что будет, а что? Это взвод и наблюдательный пункт. Молодец. Подошли близко. Вот армянский поднялись мы на Ахбюк во время перемирия так называемого, хотя у нас не особо это перемирие ощущалось, на Ахбюке у нас были потери.
Солнце, помогите по одному снаряду возьмите с собой, а? Посидела поле, поле посидела, и порос травою каждый страшный след. Время пролетело, пулей просвистела, только наша память не стареет, нет. Этим полем связан я своей судьбою, под огнем его мне пришлось переползти, и, конечно, всплыло все само собою, жизнь прожить не поле перейти. В батальоне были свои Теркины, которые острым словцом поддерживали дух бойцов, вселяли уверенность в том, что все будет хорошо. И нестандартные ситуации. 22 числа как раз вечерело, и никак вот мы не могли пробить оборону вот этих спец ихних. Спецподразделения. К вечеру меня осенило, местных армян позвал, жителей села Нижняя Яштуха, и попросил у них Б-58, вот, чтобы мандарины опрыскивали. Принесли мне литров 15, и заправили мы ими снаряды под гранатометы, штук 50, наверное, если не больше. И всю эту мощь, как раз, когда смеркалось, выпустили на эту поликлинику, ну, добавив еще там зениткой и всякими прочими нашими орудиями. К утру там не оказалось, конечно, никого. А утром уже часов, наверное, 10, грузинское радио объявило, что абхазская сторона применила химическое оружие. Я всю войну лично не знаю, как кто, но я прошел с юмором, потому что эта война сначала была юмор, в каком отношении мы не верили, что действительно так, что такое может вообще произойти. Ну, произошло, все смеются, почему ты 15 лет прописку в Сочи имеешь, там где-то что-то живешь, а вы здесь с первых дней с нами вместе. Я на этой земле родился. Здесь мой дед похоронен, здесь мои близкие, друзья, товарищи. Я не мог это все как-то оставить. Я так посчитал, по крайней мере, что я здесь нужнее. Нам немножко снабжали, допустим, обмундированием большого размера. Наверное, думали, в Абхазии все гераковы. А у нас был такой один взвод, ну, таким ребятам маленькие, поговорить, но очень юркие.
вечно на них не получалось обмундирование. Я за счет их один раз немножко выехал, в каком смысле. Я говорю, вот возьми один-два штуки пошьешь себе. Один раз мы сели на грузинскую волну, а Гопки Ли, дай бог ему здоровья, и что-то, ну, разговаривать начал, он по-грузински чисто говорил. Да. И даже там какая-то, наверное, гагринские ребята были, которые меня знали еще по гаграм. И сказали, передайте Сергею, нам тоже что-то пускай пришлет туда. Это грузины? Ну да. А мы ждали от них, что они нам пришлют. А оказывается, наоборот было. Ну ничего страшного, все нормально. Вы ничего не передали? Передали. На позиции смерть угрожала каждый день. Однако в перерывах между боевыми операциями жизнь с ее малыми и большими радостями продолжалась. Мы провели эту операцию блестяще. Чувствовалось, что блестяще у нас идет по настроению ребят. Это чего только не стоило, то, что раненые бойцы, которые могли ходить, не покидали позиции, а вот, ну, постоянно, в принципе, мы наступали. Они, кто мог шевелиться и где-то там, скажем, идти, они шли вперед. Первый час атаки мы потеряли 16 человек, вот, ну, прямо возле вот, так называемого тундом, там вот зеркало наш. 16 человек сразу потеряли, но морального духа, вот, моральный дух вот не упал. Было решено на офицерском собрании перед наступлением, что хватит нам шеи кормить на позициях. Или погибнем в этот раз, или победим. Другого не дано. Готовились к наступлению мы основательно. Ребята были обстреляны, уже не кланялись пулям. И то, что наши спонсоры перед самым наступлением очень сильно нас воодушевили. Кроме того, что нам давала армия, давала Родина, будем говорить, очень большую поддержку нашему батальону в моральном и материальном плане оказала наша диаспора в России. Второе, то, что офицерский состав морально был готов к этой победе. С какой тоской вглядывались в очертания знакомого и такого родного города. Среди них был и 23-летний Роберт Асатурян. Он родился и вырос в Сухуми. В его паспорте после смерти нашли фотографию любимой девушки и открытку с пейзажем родного города. Thank you.
все досрочно выполнили, заняли точки, которые им было положено занять. Поступила команда без предварительной подготовки. В течение получаса я должен был подготовить батальон к атаке. В принципе, не были подвезены в этот момент ни боеприпасы, не было ни армейской поддержки артиллерии. И я посчитал, в принципе, что это, ну, будет для батальона, скажем, последней атакой с такой подготовкой наступать. Так вот, будем говорить по-армейски, мы смухлевали в этот момент, показали попытку атаки, выявили тут же точки противника огневые и отошли на свои позиции. Подготовились, подвезли нам боеприпасов, сделали усиленную обработку села Яшкино. В течение следующих полдня мы заняли территорию Нижней Яштухи почти флангами, доходя до фуникулера, там абхазский интернат, и правым флангом, упираясь в городскую аптеку управления. Аптека управления — это порядка 3 километров в наступление. Вот так, флангами, налево, на площадь налили. Кирова. Давайте, продвинулись. Продвинулись. Думаю, я вас подвину. Давай. Да. Слушай, нет, не надо. Пошли. Ребята, иди. Мишка. Сейчас должны продвигаться, не шан где? Не шан где? И что? Пошли, пошли! Гонцарко! Кому надо 5.45 оборот? Вот, вот это.
Этот батальон является примером, достойным для подражания для каждого гражданина Абхазии и, в частности, для тех молодых ребят, армян, которые сегодня служат в абхазской армии и которые только сейчас призываются вооруженной силой Абхазии. Я считаю, что этот батальон, во главе которого стоял любимый всеми нами Касьян Вахашак, я хорошо знаю Трапезоняна Галуста, героя Абхазии, Сергея Зебеляна и многих других, бойцы этого батальона, все армяне, которые сражались вместе с нами, плечом к плечу, защищая Абхазию, не только подтвердили, что они достойные граждане Абхазии, но они стали за это время нашими единокровными братьями. К несчастью, многие из этих ребят не дожили до наших дней. Вечная память героям, мир их праху. А тем ребятам, тем бойцам, которые дошили до счастливого дня победы, я желаю долгих лет жизни, желаю здоровья и благополучия их семьям. Я желаю им, чтобы они и их дети жили в свободной, счастливой Абхазии. Сейчас уже, после этой войны, действительно армянское население в Абхазии, оно подтвердило свое право кровью, подтвердило свое право называть Абхазию своей родиной. Потому что все равно родину нужно как защищать с оружием в руках. Нужно, наверное, пролить кровь, чтобы это было в генах. С этой войны армяне тоже, значит, стали в ряду таких вот граждан Абхазии. Защищать Абхазию приехали армяне из Москвы, Карабаха, Армении, Краснодара, из Сочи и Адлера. Из-за кордона шла сильная материальная поддержка единокровным братьям. Страшные позади. То, что мы получили гуманитарную помощь от общины, с армянских общин, с Абшировской, с Хадыжевской, с Адлера, с Сочи мы с собой привезли, чтобы отдать людям местным живущим. Независимо от национальности? Нет, никакой значения. Абсолютно. Я не могу взять. Я сам не знаю.